Я появился. Добрый вечер. Я психотерапевт Александр Данилин, который больше всего не любит говорить о проблемах психиатрии и психотерапии. Нет, ну правда. Почему? Потому что очень долго проблеме навязчивых состояний, навязчивых мыслей, в первую очередь, посвятил всю свою жизнь Фрейд, например. Отчасти Адлер, конечно же, Лакан. Существует представление об ананкасте, навязчивом или обсессивном характере личности человека. Существует представление о ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве. До сих пор сохраняются остатки, жалкие представления об неврозе навязчивых состояний или обсессивном неврозе. Существует понятие, очень важное, особенно после того, как мы говорили об истерии, существует понятие навязчивого дискурса в культуре. А можно ничего этого не учитывать и сказать, а ну его нафиг все. Давайте это будем считать шизофренией. Или, так это и произошло в отечественной психиатрии, как бы, или можно сказать, как сейчас говорят психологи, а ну его нафиг все. Это вот элемент поведения. Делай раз, два, три. Анализируй свои навязчивые состояния вместе со мной, и все пройдет. Надо сказать, что, конечно же, в результате получается, что я представитель обсессивного, навязчивого дискурса в культуре, поскольку я зануда, да, и... Мне давным-давно пора убираться с Ютуба, как призывают меня многие комментаторы под видео. Почему? Ну, потому что, блин, гад, мешаешь веселиться. Тут все должно быть весело и просто. Вот в этом вот веселиться и мешаешь веселиться. Есть огромная проблема, которую мне сегодня хочется попробовать понять. Ну, а о роли навязчивого и истерического дискурса в культуре можно очень сейчас просто и доступно говорить, поскольку вот это вот, а ну его нафиг, давай просто, это, конечно, истерический дискурс. А это все шизофрения, сведение самых разных проявлений человеческой психики к какому-то одному понятию болезни. Это дискурс навязчивый, пытающийся остановить изменения, которые несет в себе дискурс истерический. Впрочем, это первым мне сегодня придется цитировать. В любом случае, Клод Леви-Строс, он сказал такую умную фразу. Культура – это наложение дискретного измерения на континуальную реальность. То есть именно так мы понимаем обсессию, как некую навязчивую упорядоченность, цель которой – избавиться от страха перед хаосом реального. Видите, как сложно. Ну, все очень просто. Континуально это движущийся вперед поток. В случае истерического это желание все время чего-нибудь новенького. Чего-нибудь новенького. А обсессия в этом случае это то, что тормозит, поскольку если мы будем все время только меняться, мы действительно окажемся перед хаосом реальности, перед хаосом абсолютной свободы, где все позволено.
Ну, собственно, как это было у нас в 90-х годах, поскольку 90-е годы – это попытка движения к чистой истерии. А можно рассказать это и через все тот же самый Мундиаль, потому что, да, сам по себе Мундиаль, слезы, танцы, разноцветная толпа на улицах наших городов – это нечто истерическое, обучающее свободе наших обсессивных российских граждан, этой свободы, как известно, боящихся. А, конечно же, все то, что происходит в это время подло, трусливо, происходит в реальной жизни, в области там пенсионной реформы или в области изменения налога на добавочную стоимость, это часть обсессивная, часть, говорящая, не забывайте о реальности. И так они и соотносятся, истерия и обсессия, как мечта и постоянное напоминание о реальности. Впрочем, я, наверное, опять сразу сходу о чем-то непростом, но каждый начинает рассказ по-своему, и я, конечно, не успею, или просто вот действительно вам покажусь занудой, если буду рассказывать обо всем том, что связано с понятием навязчивости и обсессий, в том числе с этими понятиями истерия и навязчивость, истерия и обсессия. Связаны вопросы о том, что такое человеческое «я» вообще. Каким должен быть человек? Ну, например, это вопрос о том, кто чем управляет. Человек управляет мыслями? Или мысли приходят откуда-то и управляют им? Я порождаю мысли или мысли порождают меня? Мои мысли порождают меня, или исключительно чужие мысли меня создают, ну, как этот разговор должны создавать мысли всех тех людей, которых я перечислил и не перечислил, конечно, тоже. Это вот, между прочим, позитивный, это не демотиватор, это мотиватор. Вот, видите, гениев создают мысли, но, судя по мотиватору, это довольно мрачно, потому что мысли человеку не принадлежат, особенно гениальные. Вот, видите, и судя по кубику Рубика вместо головы, человека создают именно навязчивые мысли, потому что это навязчивое движение, ритуал кручения кубика. Вот кубик тоже кубик спрашивает: АГ, объясните, с чего берутся навязчивые, неположительные мысли, которые сами лезут в голову? Скайп Серебните, между прочим, включен и работает. Я, как всегда, буду благодарен вам за звонки, потому что, когда вы звоните, у меня есть возможность подумать и понять, насколько вы понимаете то, что я говорю. Я, знаете, о чем сегодня вспомнил? Да, это
Странное такое кино, у нас нелюбимое, потому что английское. Вот, как бы, опять же, какая-то связь с мундиалем навязчиво мерещится мне. 1983 год, Монти Пайтон, фильм под названием «Смысл жизни», состоящий из отдельных эпизодов. В общем, суть примерно такая. Этого фильма, то есть этого эпизода, как бы в школе для мальчиков идет урок по правильному возбуждению вагины. Женской, разумеется. Учитель яростно объясняет, как надо возбуждать вагину, клитор. Потом на примере собственной жены, это его жена учителя, значит, начинает демонстрировать, как это делается. И тут есть потрясающий совершенно такой момент, когда один из учеников отворачивается и начинает смотреть в окно. И учитель его из этой вот позы своей, занимаясь сексом, окликает грозно и кричит: «Смит, что ты там интересного в окне мог увидеть?» Такой простенький эпизод. Монти Пайтон, вы знаете, это группа английских комиков. А решительно с ног на голову поставившая наши представления о комическом, в общем, сейчас о них очень модно вспоминать и говорить, а почему я сейчас вспоминаю Монти Пайтона? Ну вот, я хочу, чтобы вы... Вряд ли большинство из вас видело «Смысл жизни», хотя посмотреть стоит. Именно не потому, что для меня это наслаждение, о котором мы сейчас будем говорить, а потому что это повод для того, чтобы задуматься и о смешном, и о психологии человека в частности. Я хочу сказать одну очень простую вещь. Вещь эта связана с человеческими желаниями вообще. Какие чувства, по вашему мнению, могут испытать ученики на уроке по возбуждению вагины? Неважно, ну, в данном случае неважно, это смешанный состав или класс для мальчиков, как в фильме. Я хочу, чтобы вы об этом задумались. И вы, наверное, поймете, две главные вещи. Вещь первая. Такие уроки сразу вызывают то, что мы называем комплексом неполноценности. У меня так не получится. Я все равно не понимаю, про что он, потому что он вот привел жену, а у меня никакой жены нету. Стыд – это... интимное действие, запретное в культуре. Его нельзя проходить на уроке, а тем более демонстрировать. Это противно и гадко. А что демонстрирует мальчик, отвернувшийся в окно? Ну, в общем, да, конечно, Монти Пайтона пишут, их можно назвать совсем больными, но представление о комическом они действительно перевернули. И дальше мы сейчас там Монти Пайтона обсуждать не будем, поскольку это бесконечный разговор.
Я поэтому только один эпизод вспоминаю. А, смотрите. В ответ у мальчиков, почему я привожу этот пример, могут появляться навязчивые мысли. Ну, например, хульные мысли, ругательные мысли по отношению к собственным родителям, потому что вполне возможно, что, ну, как бы пока в их возрасте только их родители, хотя там Монти Пайтон разного возраста мальчики, надо сказать. Ну, не важно. Важно, что только родители владеют сексом и тем самым вот этим искусством возбуждения вагины. Тут гораздо интереснее вот этот вот вопрос, ну, казалось бы, да, такой актуальный для подростков разговор о сексе возбуждающем. Почему мальчики, один из мальчиков отворачивается в окно? Ну, конечно, посторонний МВ пишет, что эти скетчи наполнены, это прививка, доведение до гротеска, тенденции, которые начали проявляться в жизни. Я вот про эту тенденцию и хочу поговорить. Она для меня самая важная в навязчивых состояниях. Это гротеск чего? Какой тенденции? Вот что я пытаюсь объяснить, потому что я пытаюсь объяснить на самом деле сложную мысль. Мысль, в общем, наверное, принадлежащую Лакану, если только мое понимание Лакана является правильным, поскольку я не знаю, можно ли правильно понять Лакана вообще. Как бы тут есть одна удивительная вещь. Как вы думаете, опять же, давайте по простым вопросам. Мальчики, сидящие на этом уроке, испытывают сильное сексуальное возбуждение? До материализма мыслей кубиком мы дойдем. Ровно сегодня, если успеем. Вот, я не знаю, кто такой Щеглов, и о каком Щеглове речь идет, пам-пам-пам. Но пам-пам-пам пишет, что Щеглов говорит, что сейчас тенденция скучно заниматься сексом. А я могу сказать, что эта тенденция не сейчас, она была всегда. И на самом деле есть, с этим связан знаменитый лакановский парадокс о том, что секса не существует не только в СССР, но и вообще. Сомневаюсь, пишет Яфая, наконец-то, что испытывают возбуждение. Я хочу сказать, что, ну, возможно, есть такой сексолог Щеглов, я его не знаю. Я хочу сказать, что тут есть одна удивительная штука. Связанная с желанием наслаждения. А желание наслаждения, так или иначе, как показала культура 20 века, начиная опять с того же Фрейда,
завязано на сексуальное переживание в той или иной степени. Так вот, проблема заключается в том, что желать по Лакану, во всяком случае, можно вообще только того, что запрещено. В данном случае мальчикам велено сидеть в классе, думать о вагине, смотреть на то, как преподаватель, как бы это помягче выразиться, спит со своей женой. И это мгновенно снимает всякое желание. Вот Яфая пишет, это как коллективное изнасилование противно. Можно я переключу ваше внимание на это дело? Я хочу сказать, что то, что мы не понимаем, мучительно в культуре, что самые пуританские времена всегда были самыми сексуальными. Желание, вообще любое желание, в отличие от потребности, по Лакану обладает постоянно смещающимся, блуждающим, скандальным, эксцентрическим характером. Объект становится желанным только в том случае, если это запрещено. С точки зрения Лакана, учитель в мальчиках вызывает что-то вроде импотенции, отсутствия интереса к женщине. Желание остро нуждается в препятствии, которое нужно преодолеть. Например, инцестуозного желания до введения запрета на инцест собственно, и не существует по Лакану. Вообще, субъект не может долго следовать за зовом наслаждения. Наши желания идут вразрез с нашей природой. Или они нежелания. Вы не замечали никогда то, что призвано человека привлечь, постоянно вызывает у него раздражение? Такое впечатление, что человек старается уклониться от наслаждения. Что сейчас происходит? Нам кричат, наслаждайтесь. Мы устроили вам такой праздник. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. И чем больше нас заставляют наслаждаться, чем больше культура зовет к бесконечному получению удовольствия, тем меньше у нас это получается. Лакан даже утверждал, что если человек чего-то не достигает, значит, он сам от этого отказывается. Значит, он себе чего-то запрещает, чего-то не позволяет. Желание у Лакана – это драма субъекта, драма человека.
Драма, от которой ему никогда не удается отвязаться. Поскольку внутри существует какое-то одно истинное желание, которого человек до конца так и не может постичь, заменяя его все время объектами-симулякрами. И все эти объекты, которые должны доставлять наслаждение, включая сюда и сексуальные объекты. Почему-то становятся неинтересными, как только человек их достигает, как только они становятся доступными. И поэтому, когда мальчикам предлагается сеанс возбуждения вагины, мальчики смотрят в окно, потому что уйти с урока туда, на улицу, где что-то может происходить, запрещено. И поэтому именно этого хочется. А то, что разрешено и запрещено в обычной бытовой ситуации, вызывает стыд, отвращение, все что угодно другое. Если возвращаться назад, возвращаться к Фрейду от Лакана, потому что это, наверное, нужно. Давайте я, может быть, сначала все-таки завершу эту мысль. Просто они, правда, очень непросты. Навязчивость, обсессия, бесконечное повторение. Одной и той же, или нескольких мыслей, одного и того же защитного ритуала или страха. Строго говоря, если обсуждать навязчивые мысли, то о страхе говорить не совсем корректно. Это назвали обсессивно-фобическим синдромом, навязчиво-страховым синдромом, чтобы как-то притянуть все это за уши к болезни. Уйдя от психологического понимания человеческих реакций. Это не столько страхи, сколько опасения. На самом деле навязчивость возникает в обыденной жизни, как каждому из нас знакомая вещь. Если я приму такое-то решение, совершу такой-то поступок, то меня ждут такие-то и такие-то и такие-то дурные последствия. Ну, например, очень часто мне описывают проблему одинокие женщины. Как бы, уж простите меня, да, в русском народе когда-то, в моей юности, эта проблема называлась «Тому ли я дала?». Вот. Как бы, эта проблема связана с тем, что если я, например, отдамся и начну половую жизнь вообще, то меня ждут там инфекции, беременность, необходимость воспитывать детей, боль и вообще непредсказуемые последствия. А если я не отдамся, то я стану синим чулком, на всю жизнь останусь одна, у меня никогда не будет детей, никогда не буду знать, что такое любовь. И человек стоит на месте, и там, я не знаю, когда мужчина приглашает в ресторан, он никуда не идет, просто потому что у него в голове крутятся эти навязчивые опасения, не страхи. Я хочу объяснить вот какую поразительную вещь. Почему я начал? Она для меня является центральной проблемой. Если опираться на этот фрагмент смысла жизни Монти Пайтон,
или на лакановские рассуждения, то неизвестно, у кого уровень наслаждения больше. Обсессивный человек опасается пасть жертвой желания другого. Но это не значит, что он лишает себя удовольствия или наслаждения. Сутью, и это заметил еще Фрейд, сутью навязчивого мышления является запрет. Запрет себе на выполнение каких-то действий, во всяком случае, без совершения некоторого навязчивого же ритуала. Ну, сюда много, конечно, можно включить. Мы еще, надеюсь, успеем об этом поговорить. Я хочу сказать, что человек, запрещающий себе жить в реальности, согласно Фрейду и Лакану, испытывает больше удовольствия и наслаждения, чем человек, который с реальностью сталкивается. Потому что реальность все время представляет симулякры. Ты мечтаешь о высокой любви, а получаешь унижение и бесконечное выяснение отношений. Так не лучше ли запретить себе эту самую высокую любовь во все разрешающие, все разрушающие реальности? Вот есть такой очень неплохой, как мне кажется, опять же, польский художник. Сейчас много интересных польских художников. Такой Владимир Куклинский. Вот эта картина называется «Девственница и луна». Понимаете, про что я? Удовлетворение в воображении является ничуть не менее, а может быть гораздо более полным, и, чем в реальности. Наслаждение в реальности, секс, при навязчивом повторении этого действия с одним партнером, очень быстро становится скучным, разве нет? А девушка на картине не соскучится гораздо больший срок. Как бы, если наслаждение обусловлено запретом, и если мы стремимся не к запретному плоду, а к разрешенному, пожалуйста, на тебе, смотри мундиаль, только ради бога не задумывайся вот о там пенсиях, налогах, лицемерии и подлости, не выполняющего своих обещаний правительству. Не надо, как сразу вы заметили, даже у фанатов уровень наслаждения как-то падает. Не надо мне напоминать о реальности, она чревата вот этим самым, как я пытался объяснить еще раз по
Леви-Строссу. Запрет нужен для того, чтобы избавиться от страха перед хаосом реального. Ты себя ограничиваешь и в реальность не высовываешь нос вообще. Это тот же Куклинский, раз уж он мне попался, если хотите. Чего испытывает, что ведет навязчивостью? Да гипертрофированное самосохранение. Нежелание быть объектом наслаждения другого. Зато в фантазиях можно поставить себя на место другого и получать удовольствие, не рискуя встретиться со своими собственными желаниями. Невротик изобретает ряд ритуалов, ряд самому себе навязанных правил жизни. Он принудительным образом, иногда до идиотизма, упорядочивает свою жизнь, чтобы в нее не мог проникнуть неведомый другой, который является олицетворением одновременно и хаоса реальности, и наслаждения. Он другой наслаждается, а я могу наблюдать за ним на экране кино или раздевать его, ее в компьютерной игре или в порнографическом фильме, который кто-то сегодня вспоминал. Такой человек постоянно откладывает принятие решений, дабы избежать риска и неопределенности, связанным с желанием других людей и конкретного другого, в том числе субъекта противоположного пола, сексуального партнера. Ну, вы, конечно, знаете. Что Фрейд описывал, что в характере этих людей выделяются три черты. Они очень аккуратны, бережливы и упрямы. Он считал, что аккуратность, боязнь испачкаться, педантичность и добросовестность связаны с анальной фазой развития ребенка и с анальной сферой вообще. Как-то очень это такая нелюбимая у нас тема, но на самом деле все очень просто, потому что фекалии являются первым продуктом тела ребенка и самым первым физиологическим удовольствием, естественно, возникающим задолго до того, как созреют какие-то генитальные удовольствия. Все же очень просто и понятно. Ну, как бы человек приучают к горшку. А он получает удовольствие, потому что, конечно же, скопление фекалий вызывает напряжение телесное. И освобождение от фекалий вызывает удовольствие, как разрядку напряжения, расслабление.
Родители говорят, это гадко и нехорошо, это мерзко, это грязь, это фу. В общем, как бы всячески запрещают ему играть с этими продуктами, которые принесли ему первое в жизни физиологическое удовольствие. И он понимает, физиологическое удовольствие – это вообще фу. И это то, что замечательно демонстрируете вы, когда пишете вот это вот на форуме. Стыд, гадость, безобразие. И тогда он понимает, что на самом деле первое, что он понимает. Что он не может получать удовольствие. Удовольствие – это фу. Удовольствие может получать только другой, в данном случае родитель. Мне в этом смысле всегда был очень близок не столько подход Фрейда, сколько подход Адлера, Альфреда Адлера, основателя индивидуальной психологии, который тот же самый этап жизни ребенка описывал как конфликт между стремлением к могуществу и чувством неполноценности. Или я конфликт по Фрейду. Могуществом обладают родители, то есть большой другой, он имеет право на наслаждение. А я имею право на неполноценность, которая в данном случае является попыткой спрятаться от наслаждения, если понятно, о чем я говорю. То есть спрятать свое наслаждение, скрыть от могущественных родителей свое наслаждение фекалиями. Задержать фекалии в организме, накопить их. Потом Фрейд будет описывать так любое стремление к накоплению, в том числе и к накоплению денег. Потому что иначе никак деньги не удается привязать к либидо, к сексуальной жизни. И это абсолютно то же самое. Потому что неизвестно, кто испытывает большее наслаждение. Обратите внимание, родители, которые могущественны и способны наказать ребенка за игру с фекалиями. Или ребенок, который создает некоторый тайный ритуал медленного какания, задержки фекалий в самом себе. Ну, собственно говоря, даже Владимир Николаевич Месищев писал, что в основе обсессии лежат нерешенные противоречия между личностью и реальностью. Так что, в общем, все более или менее с этим согласны. Лакан просто чуть по-другому все это описал. Человек – существо разумное. Он должен уметь получать удовольствие от мысли. Не только от сексуальных контактов. Боже мой, простите, пожалуйста, не выключил звук мобильного телефона. Это бесполезно.
как бы это... Для меня процесс невозможный. Для меня будет наслаждением, если за меня будут думать другие. Чем во мне возникновение навязчивой мысли? Навязчивая мысль – это мысль, которая крутится в голове и имеет чуждый оттенок. Сколько часов в день, уважаемые господа, вы смотрите телевизор? Сколько часов в день анализируете или пытаетесь понять то, что увидели? Первый, кстати говоря, способ избавиться от навязчивых состояний. Завязывайте смотреть телевизор. Может быть, уже пора, стоит книжек почитать. Но и это наслаждение на самом деле принадлежит другому. А я человек глупый или простой? И тогда, чтобы... Следите за ходом моей шахматной мысли. И тогда, чтобы... получить наслаждение от мысли, я должен запретить себе думать. Заменить собственные мысли либо тотально чужими, став сторонником, например, какой-нибудь теории, или став абсолютным сторонником, фанатиком какого-то символа веры. Или создав себе какие-то ритуальные действия, так как я как бы неполноценен, а есть другие. Да-да, может быть, вы поняли, что я хочу сказать, что навязчивые мысли – это... мысли, появляющиеся в результате процесса, который мы чаще всего называем завистью. Кто-то там гений, кто-то там мыслитель. А я вот тут так пописать вышло. Я запрещаю себе думать, и из-за этого единичные мысли, которые возникают у меня в голове, становятся навязчивыми, но я получаю от этого наслаждение. И поэтому не собираюсь избавляться ни от своих навязчивых мыслей, ни от своих навязчивых опасений. Я запрещаю себе думать. Значит, наслаждение от мысли у меня гораздо выше, чем у человека, который думает непрестанно и устает от этого. Я запрещаю себе секс. Значит, воображаемое наслаждение от секса у меня действительно гораздо выше, чем у... человека, который сексом занимается регулярно и уже начинает от этого уставать. Ну да, кто-то тут писал, чем более как бы популярен, популяризируется, становится разрешенным секс, разговоры, фотографии, порнография в культуре, тем они менее становятся желанными, они перестают быть объектом желания. Как такое возможно, чтобы вот это вот это человек, который пытается запретить себе мыслить, на самом деле получал больше наслаждения от мысли, ну, он мечтает, представляет себя мыслящим, начальником, ученым.
Но и не только так. Одним из главных признаков кубика обсессивных черт личности, навязчивых черт личности, вообще Фрейд их насчитывал две. Так вот, главный из них он считал всемогущество мыслей. Конкретно так переводится немецкий оборот, боюсь по-немецки. Вот что он пишет, цитирую. «Название всемогущества мыслей я позаимствовал у высокоинтеллигентного, страдающего навязчивыми представлениями больного, который, выздоровев благодаря психоаналитическому лечению, получил возможность доказать свои способности и свой ум. Он избрал это слово для обозначения всех тех странных и жутких процессов, которые мучили его, как и всех страдающих такой же болезнью. Стоило ему подумать о ком-нибудь, как он уже встречал это лицо на улице. Как будто он вызвал его заклинание. Стоило ему внезапно справиться о том, как поживает какой-нибудь знакомый, которого он давно не видел, как ему приходилось услышать, что тот умер». Конец цитаты. Ну, Фрейд считал, что это, в этом есть общее с архаической магией. Но на самом деле эта магия, это и есть способ наслаждаться мыслью в то время, когда ты себе запретил, как пишет Фрейд, который себе запретил доказать свои способности и свой ум. Вот это всемогущество мыслей, мысленная магия, она и есть наслаждение мыслью без мысли, наслаждение мыслью с уверенностью, что ты не способен мыслить. Тогда твоя мысль становится чем-то магическим, внедряющимся в реальность и изменяющим реальность. Первая характеристика, это, то есть это первая характеристика могущества мысли, о котором заговорил Кубик. А вторая характеристика, мы ее уже описали, это сущностный запрет, потому что жизнь человека, страдающего навязчивостями, строится на системе запретов. Или, ну если точнее, на системе по преимуществу запретительных норм. Того или иного предмета не касаться, не выполнив предварительно некого абсурдного ритуала. Не идти пока по улице, пока не переходить улицу, пока не сложишь цифры на номере проезжающего автомобиля. Возвращаться назад, если навстречу тебе идут с пустым ведром и так далее и тому подобное. Ну, как бы там, я сейчас не про фрейдовские тотемы табу, я про то, что вообще обсессия – это некоторое запрещение. Да? Ну, как бы, что такое вот это наше увеличение пенсионного возраста для нашей страны? Ну, это запрещение отдыхать. То есть человек должен работать и умереть. И поэтому это, конечно, обсессивная такая норма, запрещающая что-то. И мы, по всей видимости, теперь вместо пенсии должны будем создавать себе какие-то ритуальные прихлопывания, похлопывания друг другу по плечу, еще чего-нибудь такое же. Ну, это ладно, это мои невеселые размышления.
Я хочу сказать, что эта система запретов как бы соответствует традиции нашего государства не обращать внимания на жизнь человеческую и его душу. И вот эти навязчивые мысли и опасения, как тяжкая психическая болезнь, это ровно то же самое. Человек должен быть здоровым и веселым, жить до там, 100 лет, но государство этим заниматься не должно. Этим должен заниматься сам человек. Вот, ну, я, конечно, в эти во все маленькие социальные обидки под мундиалем боюсь уйти совсем. И хочу сказать, что вот из чего главным образом образуются навязчивости. Из нашей детской памяти о том, что наслаждение больше, когда ты что-то задерживаешь, удерживаешь в себе. Из нежелания двигаться навстречу реальности. Из боязни того, что ты, с одной стороны, падешь жертвой наслаждения другого, а с другой стороны, что ты так и останешься неполноценным, не сможешь быть лучшим, таким же, как другие. И они тебя отвергнут, сделают жертвой. Так не лучше ли удерживать желания в себе, не реализовывать их, потому что их напряженность, страстность желания тогда будет больше? Что еще, ну, наверное, обязательно надо вспомнить наряду с запретом, вот таким странным существующим у человека и всемогущество мысли. Это, конечно, подсчет. Я бы сказал, что, наверное, самое главное неосознанное представление обсессивной личности, обсессивного характера, оно как бы является своеобразной религиозной верой. Человек такой верит в то, что Бог представляет собой что-то вроде педантичного бухгалтера коммерческой фирмы, который подсчитывает хорошие и дурные поступки человека. Складывает, к примеру, сколько нагрешил, сколько покаялся, сколько сделал добра, сколько украл, сколько пожертвовал. Вообще, последнее, третье, да, что навязчивости вообще очень связаны с идеей числа. Ну, никто из нас не модно задумываться о слезинке одного ребенка Достоевского, а модно считать, сколько же миллионов мы потеряли впустую во время Великой Отечественной войны. Можно подумать, что если мы, кроме официально объявленных 20 миллионов жертв, потеряли еще
10 миллионов военных или 5 миллионов, это что-то решит или изменит. Но мы пытаемся оправдывать себя и доказывать себе свое могущество и свою, если хотите, сексуальность с помощью числа. Ну, с помощью количества нулей на банковском счету или, наоборот, их отсутствия. Сопоставление возраста различных людей и событий. Обсессивный невротик часто видит одни и те же цифры, там, я не знаю, где-нибудь на Ютубе, автомобильных номерах, в телевизоре, и считает, что это какие-то особые знаки или знаки особой опасности. Обсессивные невротики часто просто считают вслух, как бы считая время, вот, например, на приеме, чтобы он поскорее закончился. Ну, коллекционирование, конечно, как вы можете убедиться, посмотрев кадр, тоже тесно связано с идеей числа. Вот так как-то незаметно пролетел отведенный мной час. И позвольте мне о том, как преодолеть навязчивые мысли, как справиться с навязчивостями и как внести в себя толику истерического, и как же все-таки определить, что же определяет человеческое бытие, мысли, которые мы продуцируем сами, или наоборот. Это важная тема. Я ее поднял. Ну, я тогда буду говорить еще час. Я думаю, что даже этот материал надо каким-то образом усвоить. Так что во время следующей встречи о том, мысли управляют человеком или человек мыслями, и о том, как преодолеть навязчивые мысли, навязчивый счет, навязчивые страхи. И, может быть, немножко успеем о метафизической сути всемогущества мыслей, кубик. Хорошо? Сильно я вас запутал? Переваривайте. Спокойной ночи.